Grand Theft Auto 5 компания Rockstar Games решила переосмыслить концепцию открытого мира. Мир игры обширен, красив и разнообразен. Это сатирический взгляд на современную Южную Калифорнию. Со всеми ее горами и океаном, бутиками и торговыми центрами, грязными улицами и девственными лесами, пляжами и чащобами. Величием и несуразностью, алчностью и лицемерием. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? So what we doing here? We're working, amigo. Впервые за всю историю серии в игре будет не один, а сразу три героя. So now what? Майкл. Некогда удачливый грабитель, чья семейная жизнь катится под откос. You know, you're a real asshole. What did you just say to me? Stop it! You're ruining my yoga! Франклин. Уличный бандит, убежденный, что кругом сплошные кретины. You can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. И третий. Тревор. Тут лучше без подробностей. Наличие трех главных героев в игре позволило убить двух зайцев сразу. Полностью изменились и подача сюжета, и структура заданий. Переключайтесь в любой момент. При этом всегда оставаясь в гуще событий. Благодаря этому задания стали еще увлекательнее. Когда герои не на задании, вы можете свободно переключаться между ними и подглядывать, чем они занимаются. Вам ведь интересно, как поживают ваши новые друзья. Jeez, Pop, too much more of that, and maybe I won't be dead by 35. Этот мир не просто огромен. Он буквально набит интересными занятиями. Тюнинг автомобилей. Пилотаж. Шопинг. Спорт. Медитации. Дайвинг. Натурализм. Охота, в том числе на вас. Случайные встречи со всякими психами. Поимка преступников и многое другое. How have you been? Oh! Simply wonderful. And you? Somewhere stuck between joyful and peachy. Мы как следует постарались, чтобы каждый аспект игры доставлял вам как можно больше удовольствия. Вождение автомобилей, стрельба. Теннис, велопрогулки. Игра точно не даст вам заскучать. Однако веселье весельем, но не стоит забывать и о более важных делах. Ведь в первую очередь все эти герои — профессиональные воры. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack. Чтобы выжить, им нужно провернуть побольше удачных ограблений. Gentlemen, some plans for your attention. Вы сами планируете, как будет проходить ограбление и кто идет с вами на дело. Ways I see of doing this. We go in smart. Let's go. Or we go in loud and dumb. Let's go. Ladies and gentlemen, this is your moment. Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. Свою долю добычи вы вольны тратить, как вам вздумается. Можете спустить все на татуировки и крутые тачки. А можете попытать счастье на бирже или вложиться в недвижимость. Кроме того, мы работаем над сетевым режимом Grand Theft Auto Online и скоро поделимся подробностями о нем.